Александр, признание лучшим нападающим турнира. Эмоции, впечатления? Эмоции только положительные. Конечно, приятно, когда дают там личные награды. Но самое главное, что мы выиграли турнир. Ну, в целом, расскажите, как прошел для вас и вашей команды турнир? В общем, турнир был такой интересный, тяжелый. Задача была его выиграть, мы выполнили задачу. Ну и какие моменты игры запомнились больше всего? Ну, скорее всего, последняя, наверное, финальная с торпедой. Тяжелая игра была, и мы ролитами выиграли. Ну и несколько слов для ваших болельщиков. Болельщикам хочу передать большой привет. Мы чувствуем вашу поддержку. Болейте за нас. Все, спасибо, удачи. Признали лучшим вратарем Кубка. Какие эмоции, впечатления? Ну, эмоции только положительные. Работали, стремились к этому. С тренером вратарей готовились. Расскажите, как в целом прошел для вас и вашей команды турнир? Турнир достаточно сложно для нас прошел. Все матчи были упорные. Даже где мы побеждали с большим счетом, тоже достаточно сложно было. Но, конечно, в финале было тоже сложно. И хорошо, что выиграли. Какие моменты, какие игры больше всего запомнились? Ну, как сказал уже, финал больше всего запомнилось. То, что выиграли, уже все закончилось. Кубок. Ну и несколько слов для ваших болельщиков. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, кто сидели, смотрели трансляции. Мы чувствуем вашу поддержку. Смотрите трансляции, болейте за нас. Мы будем вас радовать. Все, спасибо, удачи. Спасибо.